Всем привет! И сегодня мы создаем вот такую простенькую 3D модель свеча и тарелка, которую сможет повторить каждый, если вы новичок. Подпишитесь на мой канал, не буду долго говорить и начнем. Удалим наш куб, нажимаем на правую клавишу мыши, нажимаем на Delete, Shift A, добавим новый объект, мышь, нажимаем на окружение, на Circle. Заходим в настройки Circle, нажимаем на Add Circle и уменьшаем Vertex на 12. Нажимаем 12. Вот так. И выходим из настройки. Нажимаем на Numpad 1. Вот так. И теперь поднимем наш модель EZ. Вот сюда поставим и теперь немножко поднимем вверх, смотрим, нажимаем на точку, нажимаем на Alt, чтобы выбрать все точки, и теперь нажимаем на F, чтобы закрыть пустое пространство. Вот так, нажимаем на Numpad 1, добавим ребра, нажимаем Ctrl R или нажимаем на Loop Cut. Поставим вот сюда. Теперь создаем вот эти модели. Для этого опять заходим в программу. Нажимаем на 2 и выбираем ребра. Вот эту GZ. Немножко вниз поворачиваем. Вот так выберем вот эту. GZ. Немножко поставим вот сюда. Теперь поворачиваем GZ. Поднимем вверх. Вы можете сделать по-своему. А я хочу вот так. GZ. Немножко вверх. Нет, вниз. Вот так. Так. Добавим еще один. Ребра, Ctrl R, поставим вот сюда. Теперь нажимаем на Numpad 3. Нажимаем на верхний плоскость. E уменьшаем. EZ. Экструдируем на вниз. S уменьшаем. EZ. Поставим вот сюда. Нажимаем еще раз S. Уменьшаем. Вот так. Теперь нажимаем на Numpad 1. Так, теперь выберем верхнюю часть плоскости. Нажимаем на стрелку. Нажав Alt, выберем верхние точки и вот эти. Нажимаем на Shift. Выберем вот эту плоскость и вот эту. Так, выберем еще вот эту. Теперь мы вытащим плоскость, которую мы нажали немного снаружи. Нажимаем на Alt E, выберем Extrude Face Along Normals. Нажмите левую сторону мыши и переместите его немного ближе к модели. Вот так смотрим. Все хорошо. Так, смотрим сверху. Так, теперь немножко сдвинем вниз GZ. И теперь нажимаем на Numpad 1. Выходим из режима редактирования. Нажимаем на Ctrl 2. Вот, наш модель свеча стала плоской и гладкой. Теперь нажимаем на левую сторону клавиш мыши. И выбираем Shade Smooth, чтобы она стала еще гладкой. Вот так. Нажимаем на Tab, режим редактирования. Выберу точку, нажимаем на Alt Z, режим прозрачности. Нажатием Shift выберу нижнюю точку и GZ. Немножко поставим вниз. Теперь добавим Loop Cut, Ctrl R,
Вот так поставим вот сюда. Нажимаем на Alt Z, выходим из режима прозрачности, смотрим, нажимаем на Tab. Свеча почти готов. Смотрим, все хорошо. Теперь нажимаем на Y. Вот так. Нажимаем на Alt Z, режим прозрачности, Shift A, кривые. Добавим Pitch. Вот так. R, Y. Поворачиваем 90 градусов. Нажимаем. Так. S. G, Z. Поднимем вверх. Вот сюда. S. Уменьшаем. G, Z. Немножко поднимем вверх. Вот так. Теперь нажимаем на Tab. Выберем верхнюю точку G, X. Немножко поставим по оси X и нижнюю точку тоже. Заходим в настройки кривые, нажимаем на геометрии, открываем bevel и вот здесь depth поставим 0.08. Нажимаем на правую кнопку mesh и нажимаем на convert to, нажимаем на mesh. На этом мы закончим, и на втором части мы создаем тарелку, огонь и работаем со освещением. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и жду вас на втором уроке.